Ну что, вы загрузились уже? Ну да, почти все. Сейчас дозер додолбит остатки камней. И Скай мне загрузит, и тогда мы сразу тронемся в путь. Только будьте осторожны в дороге. Как бы на вас опять Дистракс со своей бандой не напал. Мы тоже об этом думали. Нам нужно, чтобы нас по дороге кто-то защищал. Тогда Дистракс никогда не посмеет на нас напасть. Вот бы нам такого Динотракса, который бы ездил рядом с нами, как охранник. Да он уже в пути к нам. Я вас скоро всех познакомлю с ним. Это профессионал своего дела. Он умный Динотракс. И может защитить любого. Скоро он сюда прибудет. Ну все, Скай, можешь загружать. Я все раздолбил. Загружай, и пусть грузовички отправляются в дорогу. Все понятно, Дозер. Сейчас загружу. Все готово, грузовички, можете ехать. Ну что, поехали? Поехали, давай ты вперед, я за тобой. Только не отставай. Конечно, не отстану. Будьте осторожны в дороге. Все нормально у нас будет. Если что, мы сразу дадим знать. Ждите нас к вечеру. Тиракс, ты думаешь, на них никто не нападет? Опасно их было отправлять вдвоем. Нужно было кого-нибудь еще в охрану к ним. Да охранник уже в пути, это настоящий воин. Такого Динотрака вы еще не видели. Ну, с ним вы скоро все познакомитесь. Он уже с минуты на минуту должен быть тут. Ух ты, классно. Значит, у нас появится новый боевой Динотракс. Кто это, интересно? Самое главное, чтобы он смог бы справиться с этим Дистраксом и его дружками. Вот он появился, новый Динотракс. Я же вам говорил, что он должен с минуты на минуту быть. Это настоящий воин. Смотрите, какой он большой. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас новый игровой набор. И смотрите, кто в гостях. Глухозаврус. Вот такой вот Динотракс у нас сегодня будет. Очень интересная игрушка. Посмотрите. Вот такой вот динозавр, когда ты бегал по земле. Динотракс. Глуфозаврус. Вот с таким Динотраксом мы сегодня, друзья, с вами познакомимся. Посмотрите, какой динозавр. Этот Глуфозаврус дружит с Ревитом. Они лучшие друзья. Давайте распакуем и посмотрим поближе этого динозавра. Перед нами новый механический динозавр. Вот такая вот эта штука. Полностью железная. Колесики внизу. И на хвостике вот так вот, чтобы катался. Видите, как катается? Ух ты, как классно. Посмотрите, какие уши у этого Динотракса. Он, наверное, очень хорошо слышит. И помимо этого всего, посмотрите, вот такая штука торчит во рту. И вот из этой штуки этот Динотракс и выстреливает. Как вы думаете, чем? Выстреливает клеем. Вот отсюда вылетает очень супер мощный клей. Вот так вот, друзья, смотрите. Вот так вот он выплевывает свой клей. И в кому попадает, тот моментально приклеивается и никуда не может тронуться с места. Посмотрите, вот так вот набирает и чуш, плюет. И клей вылетает изо рта у этого Динотракса. Это хвостик. Смотрите, нажимаем и вот так вот он выплевывает. Как будто по-настоящему. У этого Динотракса, посмотрите, друзья, какие когти большие. Ух ты. И с одной стороны, и с другой стороны. Вот они как двигаются. А передвигается этот Динотракс вот так. Вот смотрите, хопа, на колесиках. Толкнули, и он поехал. Может крутиться на одном месте. Хопа, хопа. И при помощи этих колесиков очень быстро гоняет этот Динотракс. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какая это боевая машина. И как он будет защищать своих друзей. Вперед в мир Динотраксов. Привет, Глуфозаврус. Ну что, как добрался? Да все хорошо, без особых приключений. Быстро я дошел до вас. Всем привет, друзья. Рад всех видеть. Это же Глуфозаврус. Тот самый, который стреляет клеем. Представляете, у него изо рта вылетает клей. И он с ним пуляет. Да, конечно, я слышал. Это не просто клей, а суперклей. После него очень тяжело вырваться. Он приклеивает моментально. Ох, тяжело придется Дистраксу, если к ним попадется такой Динотракс на пути. Мне бы очень хотелось, чтобы всех их приклеили. Всю эту банду Дистракса. И особенно этих двоих крафтерсов. Я их очень не люблю. Вот бы их приклеить прямо к земле, чтобы они двигаться не могли. Ну что, Тиракс, говори, чем мне заняться. Зачем ты меня звал? Вот только что в ту сторону уехали наши грузовички с углем. На них могут напасть, потому что там недалеко прячется банда Дистракса. Их там много. Они любят нападать на наши грузовички и отбирать у них весь уголь. Поэтому я решил позвать тебя, чтобы ты их сопровождал. Тогда я думаю, на них напасть никто не посмеет. Конечно, никто не посмеет. А если даже кто-то и посмеет, я просто их всех приклею. В какую сторону, ты говоришь, они поехали? Вот в ту? Да, все правильно, вот в ту. Ну ты их быстро нагонишь. Я им сказал, чтобы они не мчались быстро. Они знают, что ты их можешь нагнать. Ну давай, удачи тебе. Ну все, я их быстро нагоню. Тиракс, ты что думаешь, он один справится со всеми?
Конечно, справится. Это же настоящий воин. Да он там их всех приклеит просто и все. Вот бы посмотреть, как это он делает. Надо обязательно попросить его, чтобы он при нас выстрелил этим клеем. Ох, будет, наверное, смешно, когда вся банда Дистракса приклеится. Вот это будет потеха. А что, если он всех заклеит, мы поедем и посмотрим, и посмеемся там все вместе. А вот и грузовички появились. Смотрите, уголь везут. Ну, сейчас нападем на них и все отберем. Конечно, отберем. Их только двое. Два грузовичка и все, больше никого нет. Глупые все-таки эти динотраксы. Неужели не понимают, что по нашей дороге нельзя ездить? Мы же тут у всех все отберем. Но если не понимают, нам лучше. Эту вкусняшку сейчас мы у них легко заберем. Не отставай, скоро прибудем на место. Будь осторожен, тут где-то рядом должен быть Дистракс. Они тут обитают. Да я и так осторожно еду и смотрю по сторонам. Мне тоже что-то страшновато. Не хочется связываться с этим Дистраксом и его бандой, потому что они могут весь уголь наш отобрать. Поэтому давай лучше быстрее прибавим газку. Хорошо, давай прибавим мощности. Главное, не отставай только. Да не отстану я. Ну что, приготовились? Итак, вперед, все за мной! Вперед! Вот так тебе, ха-ха-ха, перевернулся, забираем уголь. Ну что, высыпай уголь и проваливай отсюда. Я ничего не отдам тебе, Дистракс, ты ничего не получишь. Ха-ха-ха, напугал, но сейчас смотри, что я с тобой сделаю. Сейчас ты все поймешь и пожалеешь, что не отдал все по-хорошему. Ну что, понял теперь? Я ж тебе говорил, отдай по-хорошему. Вот мы все у них и забрали. Давай тогда все заталкиваем к себе в пещеру. Давай. Все наше теперь будет, все эти вкусняшки наши. Все мы к себе положим и никому не отдадим. Давай закатывай туда поглубже в пещеру. Да уже закатываю, вот так. Ой, так все глубоко. Отсюда никто ничего не достанет. Потому что это наша пещера. И никто не знает про нее. О, какие вкусняшки, какой все-таки вкусный этот желтый уголь. Теперь это все наше. Ха-ха, как легко мы все отобрали. И они против нас ничего не смогут сделать никогда. Ха-ха-ха-ха. Потому что это наша дорога. И мы тут у всех все отберем. Эй, друзья, ку-ку. У кого это вы что-то отберете? Вы, наверное, забыли, что могу сюда прийти я. Но сейчас вы со мной познакомитесь поближе. А это кто еще такой? Кто ты такой? Ну-ка подойди сюда к нам. Сейчас мы с тобой разберемся. Ну, сейчас вы узнаете, что такое мой клей. Готовьтесь, я сейчас вас просто приклею. Вот так вам. О, что такое? Он меня приклеил. Я не могу оторваться. Что такое это белое? Это суперклей. Он меня приклеил. Он меня попоклеил. Я не могу вырваться отсюда. Что за белая штука? Ой, помогите мне, отклейте меня, пожалуйста. Не могу уже тут стоять вечно. Ух, какой прочный клей. Один готов. Но сейчас я и другому тоже устрою. А я его приклею прям к дереву. Итак... Ты получишь. Ты меня не сможешь приклеить никуда. Ха-ха-ха, отлично, прям в голову попал. Ну все, ты тоже теперь никуда не отклеишься. Я ничего не вижу, ничего не вижу. И почему-то я приклеился к этим кустам. Ой, какой липкий клей. Как же мне теперь отклеиться от этих кустов? Дистракс, помоги нам. Он нас обоих приклеил. Я не могу отсюда оторваться никуда. Очень мощный клей. Дистракс, только ты сможешь нам помочь. Ой, какой это противный клей. И самое главное, никуда не сможешь вырваться. Ух, что же нам делать? С ними ты справился. Посмотрим, что ты сможешь сделать со мной. Никакой клей меня не сможет остановить. Итак, ты у меня сейчас получишь. Ну, сейчас посмотрим. Подойди ко мне чуть-чуть поближе. Мой клей тебе тоже понравится. И что, ты решил испугать меня этой штукой? Я на нее просто заеду и раздавлю ее вот так вот. Что такое? Что со мной? Почему я не могу двигаться? Что случилось? Что случилось со мной? Я стою на месте. Ну а ты как думал? Это суперклей. Теперь ты никуда не денешься, будешь меня знать. Меня зовут Глуфозаврус, понял? И запомни, на этой дороге вы больше ни на кого нападать не будете. И все грузовички тут должны проезжать нормально. Понятно? Или я вас всех заклею, и вы навсегда будете приклеенными стоять вот на этих местах. Понял? Ух, ну я отклеюсь, я все равно до тебя доберусь. Я найду тебя. Я весь клей из тебя выжму. Я поймаю тебя все равно. Ты сперва выберись, а потом будем разговаривать. Ха-ха-ха-ха. Это мощный клей. Вряд ли ты сможешь выбраться. Постоишь пару суток, подумаешь обо всем и перестанешь делать плохие дела. Ну все, я поехал. Ха-ха-ха-ха. Я все равно найду тебя. Я отклеюсь от этого клея. Я все равно тебя достану. Ну что, дружок, как тебе стоится? Вот тебе урок на будущее. Будешь знать, как делать плохие дела. Постоишь, сам поймешь. Больше такого ничего творить не будешь. Ха-ха-ха-ха. Это у меня суперклей. Поехали дальше. Сколько же мне теперь тут стоять приклеенным? Да ух, зачем мне это нужно было? Никуда не денешься, никуда не повернешься. А тебя я специально приклеил к дереву, чтоб ты кушал только растения и забыл про уголь.
Нехорошо отнимать у других. И забудьте навсегда про такие дела. Эта дорога теперь будет наша. А если нет, то я вас всегда буду клеить. Вот постой, подумай о своей жизни. Ха-ха-ха-ха. Мой клей самый мощный клей. Ну все, я поехал дальше. Я больше ничего не буду делать плохого. Ну пожалуйста, отклей меня, пожалуйста, отклей. Я больше не могу тут стоять. Я ничего не вижу. Буду теперь знать, как иметь со мной дело. Этот клей они запомнят навсегда. Ха-ха-ха-ха-ха.